Врачи Приморского клинико-диагностического центра организовали для владивостокцев урок здорового образа жизни. Занятия провели на набережной Цесаревича, собрались на него в основном пенсионеры. Людей в возрасте научили оздоровительной гимнастике и скандинавской ходьбе. Также все желающие могли измерить артериальное давление и узнать уровень кислорода в крови. Урок провели в честь Всемирного дня здоровья. Вообще, подобные встречи на набережной Цесаревича проходят каждую неделю. Называется проект «Прогулка с врачом». Во время общения с медиками на свежем воздухе владивостокцы могут узнать больше о здоровом образе жизни. Мы выходим сюда на набережную, чтобы встретиться с горожанами, с гостями города, чтобы поговорить о том, как сохранить свое здоровье, как продлить свое активное долголетие, как сделать жизнь проще, радостнее и успешнее. Придает человеку бодрости, дает возможность задуматься о своем здоровье. И это все помогает нам подышать здесь свежим воздухом, получить консультации врачей, которые тоже здесь всегда бывают.